С магаданцами встретился временно исполняющий обязанности губернатора Колымы. С жалобами и предложениями к Сергею Носову обратились 7 человек. Лариса Чибисова – многодетная мама с ребенком-инвалидом. В областной центр переехала из Ягодинского округа. Сейчас вшестером живут в съемной квартире, денег на собственную жилплощадь нет. Вот, мы обращались к городу, чтобы нам предоставили жилье. Нам предлагают комнату в общежитии. Вопрос довольно сложный. Это первое. Но главный ключ решения вашей проблемы – это то, что вы должны стать жительницей города Магадан. Проблему Чибисовых Сергей Носов поручил решить мэру Магадана. Вероятно, городские власти помогут и Ольге Перевертун. Женщина с мужем-инвалидом в 2016 году встали в очередь на улучшение жилищных условий. Сегодня они только 853-е. Решили проблему. А мы, значит, снимем с контроля, когда он будет решен. Хорошо. Руководитель Федерации водно-лыжного спорта Сергей Марков обратился с просьбой уменьшить размер арендной платы за землю. Она выросла в 10 раз. Предприниматель 2 года назад открыл вейк-парк, где магаданцы могут на доске кататься по водной глади. Сергей Носов проявил интерес к экстремальному парку. Он поручил передать землю в безвозмездную собственность.